В Ненецком округе в минувшее воскресенье медалями за любовь и верность наградили самые крепкие супружеские пары. Также в этот день владыка Яков провел службу у монумента русских православных святых Петра и Февронии. Скульптура святых Петра и Февронии Муромских – символ семьи, любви и верности. В поселке Искателей этот памятник появился в 2016 году. Епископ Наринмарской Мезенской епархии Иаков в минувшее воскресенье провел службу около монумента. Дай Бог, возлюбленные русские братья и сестры, семейные святые, любовь, вера приумножалась, как божественный дар, созидающий и охраняющий наше великое, славное Отечество, Святую Русь. Сразу после службы владыка Яков и уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина навестили многодетную семью Поповых. В их семье воспитывается 7 детей, 5 из которых приемные. К сожалению, в нашем обществе еще не искоренено такое понятие, как социальное сиротство. Вот. И я хочу выразить искреннюю признательность тем родителям, которые берут на воспитание в своей семье приемных детей. И вот сегодня мы планируем с владыкой Яковым посетить одну из таких приемных семей, которая воспитывает 5 приемных детей, потому что это очень важно. Все мы прекрасно понимаем, что именно в семейном кругу ребенок может получить достойное развитие и духовное воспитание. Семья Поповых будет представлять наш округ на Всероссийском форуме приемных семей. Он пройдет осенью. В прошлом году с наградой с этого форума вернулась многодетная приемная семья Талеевых. Также в День семьи, любви и верности прошла торжественная церемония вручения наград самым крепким семьям Наринмара. Медали за любовь и верность получили 16 образцовых семейных пар. Всего в 2018 году общественную награду получат 68 супружеских пар Ненецкого округа. Илья Сахаров, Александр Бобрикович, Леонид Шишелов, телеканал «Север».